Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, ребятки, мы проведем отличный эвент, в котором игроки должны будут 200 человек, заметьте, очень огромное количество людей, должны будут постоянно лезть. И тот самый, постоянно забираться по этим огромным лестницам. Посмотрите, какую конструкцию мы построили. Просто безумную конструкцию, я бы сказал. И последний игрок, который останется на этих лестницах и будет по ним все еще лезть наверх, он получит 2000 рублей. А остальные же, к сожалению, проиграют. Также посмотрим на каких-нибудь важных игроков. Может, я выберу еще двух человек, которые получат утешительные призы 500 рублей, которые будут очень стараться. Ну, а прямо сейчас я покажу вам этих 200 человек. Смотрите, вот они здесь, вот в этом маленьком-маленьком облачке. Когда я на него смотрю, у меня становится 26 FPS, потому что там прямо сейчас 200 игроков, 200 игроков. Клэш, знаешь, что я подумал? Нужно подумать, как же игроки сюда поднимутся. Кстати, знаешь, что ты можешь сделать? Ты можешь вот на этом уровне, смотри, вот так вот, такой вот линии сделать невидимый блок. Так, я пока что, ребятки, проложу для этих ребят путь к нашей с вами лестнице. Я думаю, будет он здесь и будет сделан тоже из лестницы такого вот облака. Сделаем таким вот образом, да, даже без World Edit это можно легко сделать. Клэш там стакнет уже лестницу вниз. Боже мой, ты посмотри, как это выглядит эпично. Боже, я не знал, что лестницы так эпично могут выглядеть. Ты видел, как они переливаются, да, круто. Ребятки, сейчас мы для вас сделаем путь, и вы можете уже выходить. Никакого таймера не будет. Сейчас никакого таймера не будет. Вы просто берете и выходите. Я открываю это облако. Я открываю это облако, и вы можете уже спускаться и идти на лестницу. Ну, ладно, таймер я все-таки сделаю, наверное, на 3 минуты, чтобы вы не затягивали. И через 3 минуты все, кто останется там. Да, кстати, если вы упадете и умрете, то мне вас очень жаль, минус потому один. Что уже минус один. Но он, кстати, еще возродится на спавне, и у него еще будет шанс. Вы можете разбредаться полностью по этим лестницам, сразу же скажу. Не советую в куче стоять, потому что вдруг я захочу сетнуть именно тот участок лестницы, на которой вы находитесь. А кто знает, что я буду делать. А только я знаю. Там минус один, один FPS у кого-то. Нормально. Люди уже начинают из облака спускаться. Смотри, они уже нашли дырку. Нашли ту самую дырку, иногда я залезу к ним туда, посмотрю, что тут внутри происходит. Внутри все еще много людей. 30 секунд уже прошло, ребята, нужно срочно найти дырку и спускаться, потому что, кажется, прямо сейчас мы отсечем 100 человек, потому что я уже вижу, что вы не успеваете. И скоро я сломаю путь, и уже никто не сможет добраться до этих лестниц, до этих лестниц. Ну, уже, кстати, смотри, большое количество игроков смогло добраться, они, смотри, разбредаются, ты посмотри на них, посмотри. Кто-то спускается вниз, вверх. Я не говорю, что вверху, кстати, безопасно. Кто знает, может быть, вверху безопасно, может, внизу, смотри, после того, как я сказал, сразу же некоторые начали вниз спускаться. Но по логике, кстати, вверху безопаснее, потому что, ну, если вы будете падать сверху вниз, да, то зацепите за лестницы, которые там есть. Так, ну как обычно, Владимир Владимирович всегда с нами. Эх, Диман, Диман, как же мне тебя жаль. К сожалению, ты отправляешься в гейммод 3 раньше всех, потому что ты уже не успеваешь. Бам. Кстати, это Лина предложила мне снять такую идею, поэтому ей респект. Вот, смотрите, как они все выглядят. Они рассосались, да. И что же мы сейчас с ними будем делать? А что же мы... С чего мы начнем, Clash Rake? А вот что ты хочешь, чтобы они сделали? Ну, им нужно постоянно забираться. Я предлагаю включить PvP. Знаешь, что сделаем? Да, эффект, но туда нет лавы, не будут умирать. Поэтому давай прямо сейчас уже уберем 3 нижних уровня этих лестниц полностью, что те, кто упали в лаву, они уже не смогли оттуда выбраться никоим образом. Поэтому прямо сейчас давай сетнем всю лестницу снизу. Так, и дальше мы включим PvP. Задумайтесь, только один из вас сможет победить. То есть скидывать других это вполне разумно. Чем больше игроков вы скинете, тем меньшего количества людей останется, тем меньше количество людей останется, и тем ваши шансы возрастут. Поэтому через 10 секунд, 15, мы включим PvP. Ну, только сначала дадим вам резистанс, давай им резистанс, Клэшейк. Вот, и врубай PvP. Да, вот все, у вас теперь есть резистанс, вы теперь рубить друг друга не можете, но вполне можете друг друга лупить. Лупить очень больно. PvP врубается. Включил. Да, и PvP больше не будет врубаться, да, PvP будет всегда. То есть, смотри, вы теперь всегда можете PvP-шиться и напрягать других тем, что лупите и ходят. И что же, сам Фыр-Фыр пришел к нам поучаствовать, а, или Фыр-Фыр, ладно, неважно. Фыр-Фыр просто звучит милее, ладно, неважно. Хорошо, смотрите, уже люди начали PvP-шиться, уже начали друг друга подскидывать, но пока лестниц слишком много и недостаточно, чтобы игроки упали. Я предлагаю какую-нибудь зону подсетнуть, а что думаешь, ну не всю, а может быть выберем одну из 4 зон и сразу же ее сетнем, а, Клэшейк, что думаешь? Я тебе хочу кое-что показать.
Кое-что показать мне хочешь? Давай, давай, покажи. А что ты хочешь мне показать? Вон, смотри, вон на ту стену. На ту стену смотри? Я смотрю, смотрю, смотрю. Опа, ого. А, может, ты сделал кисточку? Штуку, да? Давай, да. А ты кисточку себе сделал, да? Ну давай я тоже себе кисточку возьму, сделаю. Бум, 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 опа. Бум. Так, так. Лин, куда мне стрельник? Покажи пальцем мне стрельник. Давай. Вы пока начинаете скидывать игроков, я пока кое-что добавлю. Ну, немножечко разнообразие, так сказать, вкину. Вот так вот. Опа. Так, хорошо. Здесь вот такой вот, вот небольшой прямоугольничек вырезал Клашрек. Как тебе такой вариант? Нравится? Неплохой довольно. Да, 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 да. Тут повырезаю еще. Тут что-то слишком много лестниц у игроков есть. Там он хард кэрри напрягает, смотри, он занял на этих лестницах. Да, смотри, то, что мы так сделали, теперь они могут даже на них стоять, на этих лестницах. Тут одна стенка есть, которая вообще никак не закоцали, надо бы ее чуть-чуть подкоцать. Там вон игроки сверху стоят, смотри. Давай, им тоже тут немножечко развлечений добавим. И я думаю, нижнюю часть, так вот, нужно уже как-то немножечко убирать. О, вот так вот, да, отлично. Смотри-ка, у нас здесь уже чуть меньше становится пространство. Уже с каждой секунды все больше и больше. Ой, кто-то упал, ты посмотри, кто-то у нас упал. Постоянно игроки какие-то падают, кто-то кого-то скидывает. Смотри, там фейк-фы-фы вы чуть не скинули. Еще кто-то вон там горит. Смотри, кстати, да, знаешь, забавно смотреть за теми, кто уже горит. То есть они бесконечно горят в лаве. Есть уже игроки, которые упали, но их пока что маловато. Их пока что маловато, и какие-то стенки становятся безопаснее, чем... Ой, ты смотри, что Клашрек делает, а? Клашрек, ты что, хейтишь пацана вон того? Асике хейтишь. Так, да. Хорошо. Смотри, нам нужны сундуки на этих островах, да? Пока раскидывай, я вот еще чуть-чуть подусложню этот... Так а чё им, чё они тут ползают, а? Вот, кут и все, смотри, нет больше этой части. Ну да, жестокость это мой конек, как бы, да, вот так вот. Я не одобряю все происходящее. Не одобряет. Она сама это предложила, говорит, не одобряю. Я не думала, что это будет так жестоко. Смотри, какой смайлик получился прикольный. Я больше нарисовать это. О, да, я могу нарисовать. Смотри, я могу нарисовать. Сейчас, погоди, смотри, это для тебя, Кисма. Да, спешл for you. Кажется, это посыл ребятам поставить лайк под это видео. Да, ребят, поставьте лайк под это видео и предлагайте свои какие-то безумные идеи. Вот такие вот в комментариях. Мы постараемся их реализовать. И сами спускайтесь. Сами спускайтесь в комментарии и лайкайте. Самые безумные идеи. Вот смотри, такая идея с лестницами достаточно прикольная. Сложно, чувакам нужно постоянно забираться. И их еще другие игроки скидывают. Так, ну ты сделал? А, нифига ты добавил. Так, ну что ж, Клашрек, я предлагаю взять эти сундуки сейчас. Я беру вот этот сундук. Так, сюда поставлю вот этот сундук. Сюда поставлю вот этот сундук. Смотри, какие-то игроки уже на остров запрыгнули. Ты посмотри на них. Так, хорошо, хорошо. Все, на каждом сундуке есть... На каждом острове есть сундук. Знаешь, как сделаем? Давай вот здесь вот сейчас поставим вот такой вот перекрестик. Некоторые игроки, пока мы строим эти штучки, начинают уже на острова запрыгивать. И даже скидывать друг друга. Вы видите, там Асмодеус, модератор, улетел вниз. Там кто-то еще улетел. Улетают, улетают, к сожалению. Можете уже идти к сундукам. Пока что вы их все равно открыть не сможете. Но драться за них вы можете. Когда мы опустим всех игроков сюда, сделаем официальные, да, тропинки, да, у вас будет всего 5 минут на то, чтобы здесь залутаться. После этого мы сетним все острова и все стекло, которое здесь есть. Давай сделаем вот таким вот образом. Сделаем почти готовые пути к лестницам вот здесь сверху, вот на таком вот уровне. Готов? Да, раз. А, блин, они не перепрыгнут, мне кажется. Ну-ка, дай я посмотрю. Они перепрыгнут. Да, они уже допрыгивают. Раз. Я дал. Два, три. Все, к сундукам есть доступ, чуваки. Да, вы можете вниз прыгать, прямо на нижний. У вас же резистанс есть. Все, 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 все. Смотри, уже могут прыгать, уже допрыгивают, уже начинают лутать сундуки. Уже начинают игроки лутать сундуки. Смотри-ка, начали лутать. Кто-то кого-то уже скидывает вниз. Кстати, чувакам, которые получили лук и стрелы, могу дать небольшой совет. Не тратьте их сейчас. Потому что сейчас они, в принципе, урона-то не наносят. Так, ну все, 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 смотри-ка, они, кажется, уже все залутали, Клэш. А, ну давай, да. У вас остается, кстати, ребят, 3 минуты, чтобы уйти с этих островов на лестнице. Время пока идет, я таймер-то поставил, так что просто им нужно сейчас перетягиваться ближе к высоким островам и с них уже перепрыгивать, я думаю. Так, ну что ж, ребята, время-то заканчивается. Что, на островах еще кто-то остался? Смотри, да, игроки еще на островах остались, у них остается уже меньше минуты, короче, ладно, сделаем. А то, не смотри, они уже все вообще почти выбрались. Сейчас начнется самое-самое интересное, самое жесткое, потому что скоро мы у вас уберем резистанс, дорогие друзья. Но тут некоторые, смотри, прям очень хорошо засели. С щитами, со шмотом. Ну, видишь, некоторые не рискнули пойти на острова. И это была ошибка, я считаю. Это была ошибка. Так, Лэш, все, давай уже, думаю. А почему чувак просто бегает и не забегает на острова? Он, видимо, не понимает. Ну, вон у него сбоку. Ну, пусть залезет. Пудай, да, дадим. Вот, пусть залезет, он пытался. Давай, залазь. Странный какой-то парень. Причем, а, у них еще мечи есть. А, у них у всех, в принципе, должны быть мечи, правильно? У них же киты. Ну, все, давай, короче, я предлагаю с этой. Надеюсь, ничего
личного не сетнолью, а то будет как-то грустно, если я чем-нибудь лишнее засетнолю. Так, они упали. Там какой-то чувак прям жестко флудит. А вы что, не поставили этот плагин на... Да забань их. Они хотят, чтобы их звали. Забань их на 100 дней, в принципе. Почему нет? Так, ну смотри, все, я считаю... А ты уже убрал резистенсу игроков? Он, кажется, закончился, да, потому что у меня резистенсу уже нет. Так, парень, ты что здесь сидишь? Пора, мне кажется, уже вас как-то отделить. Давай, беги на ту сторону, здесь уже опасно оставаться. Давай, 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 давай. Он с эндерпёрлом уходит. Нифига, так, это я, пожалуй, отделю. Мне кажется, их надо ставить на одной стене, потому что их осталось четверо. Я прямо беру вот этот кусок весь, отделяю жестко, хоп. Смотри, и вон тот кусок. Смотри, они тут уже перестреливаются, у них битва. Осталось 4 игрока, и смотри, они все в шмоте. Я же говорил, останутся в основном те, кто только дошли до центра. Их с центра что-то забрали, да? Курил обратно сюда, эх ты, я говорю, на одной стене остаемся. А он перешел на другую стену. Надо бы здесь ему устроить комбо-текшн, знаешь. Надо дать ему время вернуться обратно. Все, он вернулся обратно. Давай-ка я эти стены полностью подрежу. Оставлю только стены. Вот, да. Чтобы они на эти стены вообще не старались ходить. У них одна стена, их 4 игрока. Один из этих 4 игроков получит сейчас. О, из них, кстати, Бодя, ютубер, смотрите-ка, Бодя из бомжа моего. Бодя, нифига себе. Бодя и Кирилла, которые потом стали пряниками и меня предали. Кстати, те, кто не смотрели, да, спойлер для вас. Но я думаю, вы вряд ли досмотрите до этих серий. Хотя фиг его знает, там просто пересматривать. До этих серий нужно 500 серий посмотреть. Там как бы good luck fun, так сказать. Сразу же спойлер на 500-ю серию он закинул. Так, ну что ж, что у нас здесь игроки остались? Да, посмотрим. Сайнер, Чернь, Бодя. Кстати, Черн тоже с бомжа у меня, да? Еще одного скинули. Сову скинули. Бодя скинул сову. Бодя, сову. Причем у меня здесь 3 чувака с бомжа были, прикинь. Сова, Бодя и Черн. И какой-то один сайнер, который вообще не с бомжа. Бодя скинул чека, с которым они... О, Бодя скинул. Блин, к сожалению, я должен убрать это сердечко. Я думаю, пора уже немножечко еще уменьшить поле. Смотри, Клэш, вот так вот мы его уменьшим. Ты их обрезаешь, да, там жестко? Понемногу. Понимаю. Так, снизу все эти лестницы убери вообще полностью. Вот эти снизу, нижнюю часть, которую я делил. Ну, у них уже маленькое поле. Их 3 чека осталось, кисмо. 3 чека. Для 3 человек маленькое поле. Маленькое поле. Так, давай. О, ребятки. Что ж такое-то? Маленькое поле у вас остается, видите? Смотри-ка, Боди бьет с этого сайнера какого-то. Кстати, у сайнера... Нифига, смотри, что он сделал. Он ушел на другую стену. Ты что, гад? Ну ладно, пусть там сидит. Пусть там сидит. Умно, ушел. У него эндерперлы. А что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать только вот так вот, например. Или вот так вот. Парень, беги. Беги. Надеюсь, у него еще останется. Давай так, я дам тебе шанс. Парень, знаешь, я дам тебе шанс вернуться, но даже без эндерперлов. Для тебя будет отдельный челлендж. Отдельный челлендж. Ты зря ушел. Вот, я сейчас тебе сделаю микропаркур здесь. И ты по нему должен будешь вернуться обратно. А у них лук есть и стрелы, ты посмотри. А вы что, они что, затимились, что ли, против этого парня? Нифига, давай мы ему тоже. Мне кажется, нужно выдать ему лук и стрелы тоже. В таком случае, раз они затимились, смотри. Все, они там друг другом не дерутся, решили этого парня. Вот пусть он по ним тоже стрелами отстреливается, если хочет. Но ему, конечно, будет тяжело добраться, но он все еще может использовать эндерперл. Но, к сожалению, он не смог. Остались сова и Бодя. Кто же. А, нет, да, Чернь и Бодя. Сову Бодя скинул. Вот эти шерсти мы берем. У парня был шанс добраться и пострелять по них из лука. Но, блин, ну они затимились. Мы не говорили, что тимиться нельзя. Мы же с тобой не говорили, Клашек, не говорили, да, то есть. Да, это была наша ошибка. Да, это была наша ошибка. Так, ну вы запомните их ники, в следующий раз будете их, можете их на тиме убить. Так, у нас остается Чернь и Бодя. Кто же из них? Ладно, хорошо, если они сами не задерутся, тогда мы им чуть-чуть поможем. Уменьшим немного дистанцию здесь. Оп, смотри, оп, Чернь нападает на Бодю. Начинается жесткая ПП. У Черни, кстати, позиция намного лучше. Если она будет снизу стоять, то может Бодя легко... Ой-ой-ой-ой-ой, ты видела, как она его швырнула вниз прямо с фейерверками? Тотем сработал. Да, у него сработал тотем, и он бил с фейерверками прямо вниз отправился по трубе. Ой, это была хорошая смерть. Это была хорошая смерть. Не, концовочка смерть. Прям была эпичная. Сколько-нибудь она задушили или сову бедную. Да, сову. Бодя задушил сову. Чернь отомстил нормально. Ну все, Чернь. Поздравляю. 2000 рублей твои. Вот. Кому дать 500 рублей? Мне кажется, тому пацану, который здесь упал, у него был ник Сайн... Сайн, как у него? Сайнер. Сайнеру. Вот, ну и я думаю Сове, да и Боди, они вчетвером дожили, короче, Сове, Боди и Сайнеру по 5-хату дадим, а Черни дадим 2000. Вот, я думаю, вполне честно, блин, 3500 рублей на ролик, нормально. Так, ну что ж, я жду Киви кошельки, не, лучше пишите в личку Клэшрейку. Вот, вам огромное спасибо за участие, дорогие друзья, что поучаствовали. Эвенты еще будут, сори, что вчера, позавчера не было видео по эвентам, у нас были небольшие проблемы, мы делали очереди и все остальное, чтобы не лагало. Вот, лагов стало меньше, но из-за того, что 200 игроков, соответственно, все равно падает FPS. Это Майнкрафт, вы понимаете, что Майнкрафт очень тяжело, когда 200 человек в одном месте.
получится, но все равно это здорово и интересно. Мне нравится проводить такие эвенты и видео, и я жду ваших идей, жду ваших замечаний и всего остального, и вот самое главное, предложений. Вот, по этим эвентам. Короче, ребята, заходите на Crystalix, играйте здесь, у вас будет больше шансов попасть, типа вы можете встать в очередь заранее, можете зайти с утра, занять очередь и, короче, играть на Crystalix, у вас все равно... Они же могут играть на Crystalix, когда стоят в очереди или нет? А, нет, они не могут. А, они не могут играть, ё-моё. Ну ладно, ладно. Тогда не можете, ребят. Ну хотя бы... Вы можете сидеть в TeamSpeak. Да, можете сидеть в TeamSpeak. Вот, эвент пройдет завтра, не знаю во сколько, послезавтра, не знаю, короче. Время проведения эвентов, оно неизвестно, чуваки. Я проводил их с утра, а этот провел сейчас очень поздно вечером, где-то в 8.30 мы начали, и вот в 9.30 заканчиваем. Там, кстати, по ходе бочи в чате пишется, когда поименно может быть ивент. А, да, 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 вот вы, так что вот знаете, чуваки, заходите на эвент, участвуйте, есть шанс выиграть 2000 рублей, сейчас на карантине все равно скучно, нечем заняться, играть на Crystalix, в принципе, неплохо и интересно, а также можно выиграть 2000 рублей на свой киви кошелек, ну или как Боди, Сова и Сайнер получается, получить по 5 хату утешительными, остальные же получили, надеюсь, веселье и попытали свои возможности, надеюсь, что вы не сильно расстроились, что вы проиграли, ребят, да, то попали на ролик, ну что, завтра будет другой эвент, он будет попроще и возможно, ну потому что с лестницами был реально какой-то хардкор, типа на них удержаться. Я не знаю, как вы что-то делали все эти 40 минут. Чуваки, вы, у вас яйца есть? Вот, ну особенно у чернь. Да, особенно у чернь, совы там и всех девушек, которые у нас играют. Вот, респект вам и приходите еще на наши эвенты. На этом все, с вами был я, Майнкрафтер Демастер. Надеюсь, вам нравятся эвенты, которые мы проводим. Ну а на этом все. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.